Приветствую всех подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня мы смонтировали контейнерную площадку. Для двух баков пока поставили только один. Сваренная конструкция с профильной трубы оцинкованной 20 на 40, 20 на 20, столбик 40 на 40. Габариты 1,5 метра в глубину, высоту 2,40 и в длину она 3 метра, две секции по 1,5, с шагом 1,5 метра можно сделать любую длину. Полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета, профлист синего цвета, бак синий, поликарбонат 4 мм синего цвета. Закреплена на бетонную плиту, на анкера. Ветром не сдует точно. Все четко и надежно. Контейнерная площадка синего цвета, так как устанавливается для заправки «Газпромнефть».